И помогай, Алис, дрисни. Что случилось-то? Да на крузаке в постановку въехал 5 человек насмерть. Я не буду больше прокапывать. Если бы я не поехал, то его бы скорая забрала. Ну или умер. Но один. Не 5 человек, которые ни в чем не виноваты. Лобачев, это не твоя забота. Ну, если так думать, значит, человек, который ему машину продал, тоже сейчас должен мучиться. Что за бред? Не понял. А ты понимай. Понимай, Лобачев, ты же не глупый парень. Не надо так близко к сердцу принимать. Зачем? Ты приехал, прокапал, уехал. Все. Дальше, что он там будет чудить, это его проблемы, это не твои.